в наглую просто лишает права голоса. Так же, как с Бегловым происходит здесь, типа. Я с этим не согласен. Хочу сделать свой выбор. Я нормальный гражданин, я не судимый, я не какой-то преступник. И почему меня этого лишает просто? Нас просто лишает всех полностью голоса, как в Москве, так и в Питере это происходит. Я боюсь упущенных возможностей. Мне кажется, если мы сейчас не выйдем, то это будет то же самое, что в 2012 году, когда мы разошлись совершенно не вовремя. Сейчас надо выходить до последнего. Сколько можем. Уважаемые граждане, не мешаем работе сотрудников полиции, не препятствуем работе сотрудников полиции. Москвичам повезло чуть больше, у них выборы еще не до конца украли, 8 сентября еще не наступило, у нас на 8 сентября уже не пропустили почти никого, я имею в виду выборы уровня губернатора. Конечно, это меняет накал, то есть сложно спорить против муниципального фильтра, он прописан в законе, а вот против того факта, что люди собрали подписи и их все признали фальсифицированными, ненастоящими, даты неправильными, то есть, на мой взгляд, те, кто руководит этим банкетом сейчас, сложно судить, кто это, но все заявляют, кто говорит, что это мэрия, кто говорит, что это силовики, кто говорит, что это администрация президента, кто бы это ни был, они фактически нарушают федеральные законы. И вы поняли, скажите, пожалуйста. Как вам такая атмосфера в городе? Мне очень нравится.